желаю, чтобы у тебя все в жизни сложилось. Документы на жилье глава города Максим Красноцветов вручает Якову Снегиреву в день его совершеннолетия. Квартира площадью 35 квадратных метров. Это, грубо говоря, вклад в мое будущее со стороны губернатора Московской области и как раз нашего мэра. Сначала переезд, все вещи притащить, а после чего как раз думаю заселяться и буду там дальше жить. Яков – третий курсник колледжа космического машиностроения и технологий. До этого 17 лет жил с опекуном. Квартира в новостройке по улице Прокудина, ЖК «Весна». В целях защиты имущественных прав сначала заключается на 5-летний срок договор специализированного найма жилого помещения. В течение этих 5 лет, как бы он, в принципе, имеет полное право пользования, проживает там. А затем, если все хорошо, бессрочно заключают договор социального найма. В этом году в Авантеевке уже обеспечены жильем 5 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Остался еще один. Администрация Авантеевки справилась, справляется. И огромное спасибо и главе за то, что своевременно. То есть даже вот эти 2 квартиры уже были закуплены ранее. И они просто ждали, когда они достигнут совершеннолетия. В прошлом году квартиры в Авантеевке получили 10 детей-сирот, достигших совершеннолетия. В следующем, по предварительным данным, жильем обеспечат еще 6. Все квартиры в новостройках с ремонтом. Въезжать и жить. Анна Пыльцина, Владимир Безлепкин, Анна Белова, ИТВ.